Здравствуйте! Второй шаг нашего пошагового ознакомления. Это алгоритм сопровождения клиентов. Это документальная гарантия результата, с которой мы работаем. С таким алгоритмом, алгоритм пошагового сопровождения клиента, паспорт здоровья, да, который гарантирует каждому нашему клиенту, что если вы полностью пройдете все шаги нашего пошагового алгоритма, вы 100%, мы даем вам 100% гарантию получения результата с помощью прибора SmartLife. Если же вы пройдете все шаги и не получите результата, компания Smarty System вернет вам все средства, потраченные на прибор SmartLife. Итак, что же входит в наш пошаговый алгоритм? Ну, во-первых, когда вы приобрели прибор, одно из первых действий, которое с вами случается, это, конечно же, встреча с вашим личным консультантом или с консультантами в сети наших центров инновационной медицины SmartLife. И они будут вам предлагать заполнить вот такой вот пошаговый алгоритм сопровождения клиентов. Итак, что входит в этот алгоритм? Первое. Вы должны записать здесь свои контактные данные, имя, фамилия, город, номер телефона. А потом немножечко описывается о нашей пошаговой инструкции, о том, что мы даем 100% гарантию результата. Также пошаговая инструкция предполагает вот такие пункты, которые нужно заполнить. Первый пункт. Клиент приобрел прибор SmartLife. Приобрели, поставили, соответственно, подпись. Второй пункт. Я, клиент, обязуюсь быть здоровым, активным человеком, выполнять все пункты пошаговой инструкции, лечения и профилактики для активного долголетия. Прочитали, поставили подпись. Обязуюсь соблюдать водный режим, выпивать чистой негазированной воды не менее 30 мл на килограмм тела. Это около 2 литров воды в день. Очень важный пункт алгоритма, потому что когда мы начинаем работать с помощью прибора SmartLife, соответственно, наш организм начинает себя выбрасывать различные токсины. Да? Это могут быть токсины от того, что какие-то паразиты у нас погибли, да? Соответственно, нужно это очистить. И для этого, конечно же, нужно пить достаточное количество воды. Вы это услышали, узнали, и, пожалуйста, поставьте свою подпись. Третий пункт. Прочитать инструкцию и посмотреть видеоинструкцию. В том числе ту инструкцию, которую сейчас вы смотрите. Прочитали инструкцию к пользованию прибора. Ее можно посмотреть у нас на сзади прибора. Мы пишем ссылку на эту инструкцию. Вот, и, соответственно, также поставили свою подпись. Следующий, подписаться, четвертый пункт алгоритма, подписаться на страницу в Facebook, добавиться в группу в Facebook. Тут, соответственно, также для того, чтобы быть в информационном пространстве и получать самую нужную, самую важную информацию, которая касается непосредственно работы прибора, которая касается различных мероприятий компании, ну и, конечно же, выступлений врачей, различных конференций, которые есть на тему лечения именно частотно-резонансной терапии. Пятый пункт – это пройти очистку организма 15 дней, которые находятся в приборе в разделе «Наборы SmartLife». Первый раздел – это первый этап очистка, очистка организма, 15 дней. Прошли очистку, поставили подпись. Шестой пункт – пройти антипаразитарную программу, которая находится там же в наборах SmartLife, только это уже второй у нас этап очистки. Называется второй этап – общий профилактический антипаразитарный набор программ. Прошли антипаразитарную программу, поставили, соответственно, подпись. Зарегистрироваться на сайте smartysystem.com в разделе «Клиентам» для доступа к сервису онлайн-поддержки врачей SmartLife по составлению лечебных программ. Соответственно, можно также получить онлайн-поддержку. Записаться на диагностику, если она ранее не была пройдена. Восьмой пункт алгоритма, вы представляете, уже восьмой пункт алгоритма – это записаться и пройти диагностику.
пройти диагностику, получить наборы от врачей для вашего индивидуального использования. После этого прошли наборы программ, потом, конечно же, необходимо пройти дополнительно еще обследование у врачей для того, чтобы получить корректировку и посмотреть, какие же уже результаты вы достигнули. Соответственно, это только мы дошли до 14 пункта. Вот тут у нас таких пунктов ни мало ни много, 31. Соответственно, если вы пройдете весь алгоритм пошагового сопровождения клиента, вы получите, поверьте, не один результат и даже не два. Вы получите очень много результатов и улучшите состояние своего здоровья, почувствуете себя значительно лучше. Мы работаем с алгоритмом сопровождения клиента уже 4 года, и за это время мы только подтверждаем то, насколько хорошо работать с этим алгоритмом, насколько он правильно и корректно составлен для того, чтобы получать множественные результаты выздоровления для наших клиентов. Спасибо вам, идем дальше.